Друзья, всем привет! Короче, мы сегодня... Вон Женька идет. Ходил в машину за штатьё. Привет! Короче, мы сегодня едем на дачу. Надо убраться там, ну, к родителям. Вы там уже были с нами. Кто смотрел наши предыдущие да, видео. В общем, мы поедем на дачку, немножко приберемся и будем готовить вкусный обед в... Тандыри. Да. Вам ребра в тандыри с картошкой готовить. Все покажем, расскажем. Чисто отдохнуть. Кстати, мы сегодня пешеходы, ждем такси. Что назначилось? Да. Ждем такси, мы доедем до родителей, а там уже с родителями вместе поедем на дачу. Потому что сегодня мы кутим. Очень была тяжелая неделя. Вещички рабочая. Наши, самое главное, зубарик. Да. Штативчик. Без зубарика мы никуда. Да. Сами солим. Сушим. В общем, солнышко там вообще пробивается. Классно. Прям луч такой. Погодка сегодня прям должна быть хорошая. Я смотрела, было 18 градусов сегодня, попозже будет. Сейчас 14. Я шорты с собой даже взяла, блин. Женька тоже взял шорты. Вообще в футболке стоит. Да. Так непривычно ездить на такси. Я уже 100 лет не ездила вообще. Надо, что уже надо. Что нынче цены на такси какие? А сейчас высокий спрос. И сколько? Ну, в Яндексе 320 было. Я поехали заказал. И за сколько? За 165. Нормально. Семейный бюджет сохранен. Конечно. Я со ВГОЭСа столько езжу. Да, конечно, 320 рублей. Ну, типа, у нас город маленький, и цены на такси, типа, не такие там, как в Москве. Да даже у нас дешевле, чем во Владе. Поэтому, да даже 165 многовато. До заводской можно, ну, обычно там, типа, 120 там. Ну, это когда я ездила, когда это было. В общем, все, ждем такси, едем к родителям, нам еще корм коту купить на вечер. И как приедем на дачку, все покажем. Так, ну что, мы добрались, сейчас загрузимся в машину. У нас котомок. Мало. Подожди, подожди. О, папа приехал. Майк! Ты Идри. Сейчас мы загрузимся и поедем на дачу. Долго ждали папу в магазин. Ездил там по лодке. Где собака? Где-то тут он был. Слушай, а закинь назад. Дай. Вон, Майк, поехали. Садитесь, Евгений. Давненько я пассажиром не каталась. Почему? Мама сейчас возьмет три редисочки вкусные, которая вкусная. А я не ем, но я так редко. А я люблю редиску, мне сразу хочется сделать этот окрошку. Смотрите, тут все в одуванчиках. Все в одуванчиках. Смотрите, сколько их много. Так классно, вся дача уже в одуванчиках. Вообще. Маленькие солнышки повылазили. И внизу на поляне тоже в одуванчиках. Не знаю, как видно на камеру, но... Очень красиво. Я вышла, сумки бросила. За дуванчиками побежала, очень красиво. Сейчас, да, сейчас мы разберем все вот эти вот эти и будем уже чилить. Сначала уберемся, потом чилить. А надо, сетки стоят? Сейчас мы здесь на кухоньке проветрим. В общем, моя задача какая? Я сейчас убираюсь на кухне, здесь порядок навожу. Они там по территории. Чуть-чуть, буквально. Да, чуть-чуть, и будем... Уже обедать. Отдыхать. Вон, наша тандыр. Работа не волк, в лес не убежит. Потому что тандыр будет только час разогреваться. Да.
Ну что? Развожу. Тандыр. Закинул. Вишня. Это вроде. Короче, какой-то плодовый дерево. Потому что елку сюда нельзя. Она быстро горит, и от нее смола. Тандыру будет хана. Он сейчас только час будет разогреваться. Угу. Он потрескается вот здесь. Глина. Мама чистит мне зубарика. Просто пушечный. Вкусный у нее тоже? Мама, сколько? Я не понимаю. Нифига. Нормальный сухой зубарь. У нас тут лаунж зона, смотрите. Я уже убралась на кухне. Нам осталось будет грибочки замариновать. Грибочки замариновать. Что еще нам? А, мне еще надо посудку помыть. Все. Остальное все уже сделано. Мне нравится, мы приехали работать, я одна убралась что? Везде. Что? Никто ничего не сделал, просто все я такие, ну окей. Поменял. Ну, о. И воды набрал для пива. Холодная колодец. А это для пива снеки. У меня в магазине такие подаются. Можно? Они соленые? Конечно, я привезла. Ну, попробуйте открыть. Оно все соленые или сладкие? Нет, не, они непонятные. Ну, мне нравится пиво. Как картошка, да? Они типа, ну, попробуйте. Вкусненькие, у меня там еще есть, по-моему, пачка. Угу. И чипсики я взяла. Как с магазина новые какие-то пришли. Да, ну ничего так. Да. Ой, ребята, как хорошо вообще. Солнышко светит. Тепло-тепло. Угу. Надо уже переобуваться. Надо кроксы одеть. Сейчас тоже тапочки делаю. Блин, ну там столько одуванчиков вон там. Вообще, это классно. Я прям не могу. Они жалко короткие. Я бы сейчас сплела этот. Будет это. Турбо. Ух. Все, тут сразу пошли. Самолет. Сейчас мы надо насыпать щипы всякое. А, замочи. И замочи. Чтоб мясо было с копчением. А тут уже оно вот насыпано. А, все, надо замочить только. Ну, блин, уже поменять вот это вот. Ну, уже засыпал, сделай. Потом... Это я не сыпал, это здесь было. Ну, это папа, наверное, сыпал. Добавим еще чуть-чуть. Добавим. А, да, такая, а где все яблоня там была? Вот, ольха, груша, а та чего, посмотри, это давай мне. Держи. Вишня. 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 Вот. Но мне груша больше нравится. Сейчас. Ну, давай. Она миленькая-миленькая. Давай грушу. Давай-давай. Ольха, груша. Вкусно. Можно я насыплю? Сыпь. Сколько? А так хватит? Нет, еще добавлю. Да там вишь мелкая. Да маленькая маленькая. Ну, добавляйся. Она еще половина с водой куда-нибудь течет. Все, можно сейчас. Замочить ее? Несколько раз будем замачивать, потому что вот эта фигня дрявая. Ну, сейчас замочим. Пойдем замочим. И мясо получается от копчения прям... Такое красное. Ну, красивое. Сейчас мы на несколько раз будем. Что она дрявая, он, видите, протекает. Маленькая прям. Вишня пропускает воду сразу же. Тут большая еще есть, там уж ольха. Там всякие разные, всегда смешиваем, не обращая внимания там. Ну и ждем. Еще минут 40 точно будет прогорать. Тандыр сначала внутри будет чернеть, весь черный. А потом он становится белый-белый. Когда он становится полностью белый, это значит, он готов к использованию. Забыл сказать, вот чтобы тут шла тяга хорошая, мы всегда низушку вот эту открываем. Ну, и здесь большая тяга идет. И подкладываем, чтобы угли не разлетались, лопату. Чтобы не мусорить. Ага, я вообще найти. Такую совковую. Так. Сейчас подложу. И потом туда в угли будем высыпать. Мама, одну. Какие трещины начинают появляться. Это всегда, когда он при нагреве начинает расширяться и трескаться. Ну, потом... Он когда остывает, спокойненько раз все это, оп,
в обратно. Мама тут завод по чистке рыбы. Она чистит ее просто со скоростью света. Раз-два. И уже не успеваешь ее есть, она уже ее почистила. Женька тоже любит чистить, ковыряться во всем. Да. Мы, вот краба мы краба покупаем. Тебе все чистят всегда. Да, я не люблю ковыряться, чистить. А Женя любит капец. Он не всегда камбалу. Да, процесс вот этот любит. Все чистит. А я нет. Ну, я краба могу почистить сама, но если мне кто-нибудь почистит, я буду только рада. Хотя, как бы, ну, я не к тому, что я не умею там, нет, я умею, все чищу сама. Но мне нравится. Ну, мне вообще нравится, что ты за мной ухаживаешь. Умею. Вот она, ёлочка. Сюда мясо, мясо, овощи, да. Всё. А тут картошечка. А тут картошку. Мы даже ничего сюда, масло ничего не наливаем. Сюда мясо наливаем и сверху помидор. Чтобы сок он давал, и получается, картошка варится в своем соку. Ну, в соку мяса и всего этого. Угу. Он везде. Задай зажигалку. Ой, полетел. Да. Он мне дал. Ой, красивая. Угу. Нормально. Ну, это дикая. Лесная, да, дикая. Черемшину брал папа. Женя, когда скажешь? Да, можете. Можно нанизывать? Да. Можно. О, тяжелая. Красота. Несем. Женька, вот номера. Женя. Сейчас я возьму. Друзья, ну это вообще сказка. Смотрите. Очень выглядит сочно. Картошечка, все как надо. Для копчения. Ух, сейчас дымочек пойдет. Ага. Хороший. Дымок. Давай. Пошло. Так. Она тяжелая, блин. Давай. Угу. Погружается. Вот так вот. Сейчас как запахнет от чипы. Ай, крышка нагрелась. А что, перчатки не? Ну, не, ну видишь, в тендере температура до сколько? 400 там с чем-то достигает. Ну да. Это, конечно, не мангал. Ну все, друзья, засекаем. 40 минут. Да, минут 40. Что там, да, рыбушки у нас? Да. А тем более они быстро готовятся. Главное, картошка. И что? 40 минут засекаем и готовим. Ой, и идем обедать. Да. Я сейчас, мама там жарит перец острый на сковородке. Я сейчас грибочки замариную. Шампиньоны пожарим на мангальчике. Надо, кстати, мангал развести, и лепешки пожарить будет. И это. Короче, все пожарим. Ну пока вот здесь угли есть. Ну, рано еще жарить. Надо минут через 20, чтобы все было к столу готово. Так, посмотрим, что там мамуля перчик жарит. Ой, это тут пахнет как остро. Остро пахнет? Вообще. Я вот не ем остро, они любители. Они сейчас себе тут нажарят. А мне надо замариновать шампиньончики. Сейчас я их подмариную быстро в пакете. И... Мам, пожарим. Черемша, огонь. Просто вот как это? Чеснок. Да. Дикая. Я думаю, переделаю. Короче говоря, сейчас замариную. Мы на мангале его пожарим. И пожарим еще лепешки, как мы жарим обычно. Просто подогреем. А что, подсаливали? Готовится грибочки. Нет, майонез соя. А, майонез соя. Майонез соя, да, замариновали. Давай. Когда сказал папе не материться, он уж ушел в сторону. А ты сам достаешь? Вай. Это что такое за красота? Вах-вах. Не вай-вай, а вах-вах. Переверни, ё-моё. Лаваш горит, ё-моё. Хорошо, что мы три взяли. Ёп. Туды, что ж такое? Ну, и такое бывает. Чё ж, мы не люди, что ли? Тоже иногда то подгорает, все подгорает. Смотрите, аж жир капает. А, короче, у нас тут все. Красота. Ой,
Это что? Это хёшник с этого. С трипанга из красноперки. А тут что было в тарелке? Где? Вот это. Я чипсы вытащила. Там что мокрое. А, масло вот здесь сюда подставляла. Ну, такая красота. Так, я сделала тут черемша и яйцо вареное. Ну, наш салатик, без него никуда. Антигриппин, да? Да, мама сделала все. Что тут, красноперка и что? Трипанг. И трипанг. Да вот такой обед по-приморски с трипангом. А вот еще. Можем себе позволить. А вот десерт. Еще грибочки жареные с острым перцем и помидорчиком. Ну, это ваша тема. Вы на остром. Так что шикарный обед. Сейчас 5 минут, да, и все. Все готово. Сейчас Женька как раз лаваш дожарит второй, и все. Вообще пушка-бомба. В общем, так. Вот такая красота. Так, всем, кто кушает, приятного аппетита. А мы тоже будем обедать и пойдем гулять к морюшку. Ну, наелись, напились? Взяли. Наелись, слабо сказано, обожрались. Еще семечек взяли, пойдем, идем гулять. Идем кипишу кушать нести. Кипиш — это собака там местная. Такая уматная собачка. Вы... У нас второй влог был с дачи, вот она там была, рыженькая такая. Где нерпы были? Угу. Вы взяли кофточки. Нерпы? Все с собой. Апа, семечки. Идем. Или Непр? Непр. Красота. Иди. Вообще, теплынь. Идем. В шортах. Банда лаванда. Так, может, не это, или нерпы, или нерпы. Майк! Майк! Кипиш, что там? Где кипиш? Где кипиш? Ой, смотрите, какая красота. Море красивое. Да. Там, да. Там в море... Выращивают, понятно, ну, огороды. Грибушок выращивают. Арен до этого месяца? Да блин, ну я снимаю, папа! Вам смешно, мне запикивают потом постоянно. Майк? Ну-ка. Ой, прозрачная. Да. Ветерок тут, конечно, морской, но... Но красиво. Блин, мы тут летом ныряем, воды побольше. Вообще красота. Тут дно очень красивое, морское. Короче, будем летом, когда снимать. GoPro же можно? Под водой. Покажем. Поснимаем вам дно. Семечки-то, зараза. Страшная. Скоро мы тоже тут на лодке будем кататься. Да. Ловить деликатесы. Для тебя. Не, ну что, креветочки, твоя мать. Не креветка, да, но... Ну, гребешок. Ну, гребешок я ем. А там трипанг. Ну, трипанг не ем. Красота. Вот тут грязная вода всегда. Он парусный спорт. Малыши занимаются. А, сейчас мы покажем вам ужин по-приморски. Десерт. Масочка? Ой, она прям яркая, насыщенная. Женя, иди. Отнеси, пожалуйста, мне. Блин. Я не ем ежей. Вы достать. Ой, это. Да, сладкий. Вкусный? Сладкий. Ой, Женя, я боюсь. Пап, я снимаю. Я тебя услышал. Смотрите, какая классная бирюзовая водичка. Мальки тут. Крыль или как он? Криль. Крылья. Я не крылья сказала. Крылья советов, да. Криль это, если что, кто не знает, это маленькие креветочки. Мальки креветок. Да. Это я знаю. Смотри, что вы меня позорите? Вот сюда меня. Криль, это мальки креветок. Вот таких вот. Их потом едим. Вообще для рыбалки вы вылавливаете в основном? Нет, для рыбалки мы вылавливаем криль, да, это для зимней рыбалки. А потом, когда он, если вырастает, его не трогать, его ставишь в мордушки, кидаешь, и это креветка. Такая большая. А криль, да? Мы его не только для рыбалки используем, но еще и кушаем.
Да, как мама пасту. Там как-то делаем. Делает, да, пасту. Да. Остренькая. Мама пошла вон это. Ёжиков, наверное, высматривать. Иди, иди, зайка. Ты покушал? На. Да он боится. На. На. Ти. На еще. На. Набери ты, мой лоточка. Такой аккуратный. Он выкупался, нет? Ага, мокрый. Кажется, мой лоточка, моя девочка. Такая сладенькая. Это девочка, наверное, да? С ошейничком. Местная тут. Так, нет, ну, глазки болеют. Он один глазик. С этим кефтирю захерачил. Угу. А где у кипиш? Нас бы коту на месяц. Кипиш? Кипиш. Такой сладкий пес. Вообще два куса кептили нет. Он дикий такой. Да он голодный, видно, он бедненький, мне так жалко его. У меня прям сердце разрывается. Да, их там морепродуктами так кормят. На этого котика смотреть. Ну, глазик болеет левый. Не могу, мне такое нельзя. Он сразу все разрывается внутри. Да животные, вижу больных. Ну, конечно, он тут под присмотром. У них тут и собаки, и кошки. Они все. Там дальше этот веллер с кинологом. Да. Всем кинолог занимается, да. Все равно знаю, что они тут под присмотром, все. Но все равно жалко. Балдеем. На раскладушках походных. Вот еще у мамы тут шезлонг. Солнышко светит. Майк! Майк? Где кипиш? Где кипиш? Кипиш, где? Где? Кипиш, где кипиш? Все, пошел суету наводить. Иди. Ну все, друзья, сегодня выдался вот такой вот легкий денек. Семейный. Женька уже закрывает домик, баню. Гараж закрыли уже, тендер убрали, все убрали. Так что мы все закругляемся. Спасибо, что оставались с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И еще я хотела сказать, что у нас есть телеграм-канал, где мы выкладываем всякие наши лайфхаки, побольше жизни будем выкладывать. Мы создали, в общем, канал. Так что ссылка на наш телеграм-канал в описании канала есть. Переходите, будем с вами поближе немножко общаться. А мы поехали домой. До скорых встреч, дорогие друзья!